Ну а перед началом ролика хочу сказать огромное спасибо спонсорам этого канала: Алексею Котову, Руслану Винчестеру, Ивану Next64Rus, Микет777, Василий Дикий, ну и конечно же Вовка СПБ. Все эти ребятушки подписали спонсорство второго и выше уровня. Хотелось бы начать очередной наш выпуск модного приговора с поздравлением для всей, вероятней, скорее всего, да, 100%, нашей малочисленной женской аудитории канала и поздравить вас всех с женским праздником. А подарком вам будет набор из двух костюмов по традиции женского и мужского, который мы создали с упором на яркие розовые цвета, дабы подчеркнуть атмосферность данного выпуска. Они будут созданы из старых вещей, ибо новых, как нетрудно догадаться, в игру нам так и не завезли. И выпуск подготовил для вас Готик, Элк, Шира, Тотал Блэк, ну и конечно же Сократ. К сожалению, на данный момент нет возможности сделать одинаковые костюмы в ярко-розовых тонах, так как одинаковый шмот, одежда, присутствующая в игре, не присуща как мужским, так и женским персонажам одновременно. Поэтому мы решили сделать костюмы, основываясь на шляпе Спиро, и сделать его в розовом цвете. Мы разберем изначально мужской персонаж по ценам и стоимостям и перейдем плавно к женскому, а классные красивые проходки будут сопровождать весь мой трёп на протяжении всего этого ролика. Костюм дамского угодника подразумевает под собой шляпу с пером за $152. Верхняя одежда — это пальто Full Bright розового цвета, естественно, либо таранка за $270 и $235, а соответственно. Далее рубашка. Рубашка Каугерти за $72. После чего мы переходим. Перчатки Эйвори. 3 голды. Штаны Строгие Брюки за $30. Сапоги Цитадель за $79.50. Шпоры с клепками Стенджер за $52.50. Общая стоимость костюма $656. Вот так плавно мы перешли к женскому костюму. Шляпа Брэдвелл за $149.50. Корсет из Белл за $192. Блуза с рюшами за $30. Юбка Кресвелл за $80. Сапоги Роуланд $104.50. И ни единого слитка не потрачен. Женский костюм на этой неделе получился дешевле мужского, но в целом смотрится атмосферненько. Мы постарались передать атмосферу весеннего праздника, женского дня, и обязательно поздравляем всех девчонок, которые играют в RDR Online, и мы хотим объявить конкурс на самый красивый косплей. Если у вас есть какие-то варианты, заходите к нам в Discord, отправляйте мне, Ширы или Вики сообщения с вариантами, которые вам подойдут, и они обязательно войдут! Ребята, войдут в следующий выпуск. Более того, самые классные костюмы будут занесены в галерею на память Готику в Дискорде.
Ну а на этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео. Обязательно вступайте к нам в Discord. Следующие костюмы у нас будут ровно через неделю. Увидимся 15 марта в рубрике «Модный приговор».